Привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Даже несмотря на то, что видос по этой игре не набрал ни хрена просмотров, она мне понравилась. И те, кто посмотрел, им тоже вроде как бы понравилось. Как я пытаюсь пройти какие-то уровни, как я, не знаю, бомблю, хотя я старался не бомбить. И просто это видео почему-то люди не увидели. Потому буду благодарен, если вы, конечно, этим всем делом поделитесь. Под прошлым видосом, при том, что там всего лишь 700 просмотров, вы набрали 170 лайков. Это много для 700 просмотров. И только поэтому я снимаю вторую часть. Потому, ребята, если вы хотите, чтобы это и дальше выходило, пожалуйста, ставьте лайк и оставляйте вообще комментарии. Что угодно можете написать. Можете написать рецепт по завариванию пельменей. Ну а мы усаживаемся поудобней. Печеньки запихиваем в уши и все дела. А какие тут языки есть? Немецкий. Так, латышского нету. Не, мне просто так ради интереса хотел узнать. Погнали. Какой у нас уровень, друзья? Какой у нас уровень? Уровень у нас заключается в том, что, наверное, меня стоит взять и сделать поменьше. Вот там, где я нахожусь, там находится, если что, выход. И мне надо как бы дойти до этого выхода, друзья, да? Мне нужно добраться до него. А, так, окей. Почему ты не ходишь? А, вот, не перепутай. А что я должен не перепутать? Ага, я ключ должен какой-то взять. Определить, какой ключ нужен. Ну, давай желтый возьмем. А, он не берется. Этот тоже не берется. Значит, нужен этот красный ключ. Ой, я упал с высоты, и как бы все нормально. Я не умер. Окей, спасибо. Так, давай, заходим. И тыркаем сюда. Стой! Я что-то не понял прикола. Ну, допустим. А-а-а! А теперь я его не подниму. Слушай, а мне, походу, надо ключ к двери поднести. Так, тут я сейчас откинусь. Да, я откинулся. Ладно, давай тогда. Но я просто не понимаю, что делать. Ладно, давай возьмем золотой ключ. Попытаемся его подвести к двери. Нет, не открыло. Не открылась дверь. Ясно. Давай зеленый ключ. Ну, наверное. Блин, я снова себя в ловушку загнал. Наверное, тоже не подойдет. Тоже не подошел. Ясно. Значит, открываем рычаг. И полетели. Полетели, я сказал. Что ж ты не летишь-то, а? Так, вниз. А, ну не падай. Вообще не падай. Так, все, нормально, нормально, нормально. Я справляюсь. У меня все хорошо. А-а-а. Ключ, не дергайся. Во, нормально, посмотрите, ключ поскакал в другую сторону. Все, отлично. Так, 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 сам себя не запари. Окей, вот сейчас должно подойти. Ну, подошло, окей. А что за хер... То есть я лоханулся, походу, да? Ясно, умираем. То есть, окей. Значит, а, я понял, понял, я дурак просто. Сначала нужен этот серо-буромалиновый ключ. Желтый, а, так, ладно, я тогда не буду пока трогать эти ключи. Да твою мать! Сука, вроде бы все просто, но все сложно. Так, я надеюсь, вы там уже набираете 170 лайков, друзья. Так, прыгаем. Прыгаем. А чем еще заниматься на самоизоляции, ребят? Вот реально. Чем еще заниматься на самоизоляции? Так. Окей. Так, сюда. Сюда. Пошли. Все, я просто цвета не различал. Так, теперь нужен зеленый ключ. Чуть не откинулся. Все. Смотри, зеленый ключ. А теперь золотой. Ну, это не сложно. Давай. Е-бой. Все, прошли. Идем дальше. Это что такое вообще? Это вообще что такое? Я не умею. Я не знаю кубик Рубик вообще. Чё делать? Чё, мать вашу... Ах ты ж сука.
Так, нужен красный. Ну и чё? А! Все. Допустим, да, красный. Все, иду сюда. Мне нужно срочно бежать на красную метку. Тогда меня не убьет. Ну? Все нормально, видите? Так, зеленый, зеленый. Бежим срочно на зеленый, ребята. Это какая-то, знаете, кто-то смотрел фильм «Пилу»? Я там помню все 7, ну там, не знаю, там 8 частей. Ну, первые 6 я точно смотрел. Так, синий, синий, надо успеть на синюю херь подняться. Вот это мне что-то напоминает. Где я так нагрешил? Окей, нормально, прошел. Дальше, какой цвет? Оранжевый. Это без проблем вообще. Все, встал, окей. Изи. Изи. Давай. Это что, это босс, что ли, первый, я не понимаю. Какой цвет? Желтый. Бежим, 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 бежим. Я думаю, это все, сейчас все будет дело ускоряться. Все, окей. Ну и что дальше? О, я прошел. Я прошел. Изи, изи. Идем дальше. Реклама-то откуда? Отстань. 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 Так, как улитка. То есть я должен... А-а-а, сори. Как улитка. Но зато я прыгаю не как улитка. Ясно, но скорость моего передвижения, конечно, уменьшена. И, ну, было бы, конечно, это все интересно, если бы был отсчет какого-то времени. А так, так просто это будет все действовать на нервы. По той причине, что, как бы, ты вот сейчас возьмешь, умрешь. Ну, то есть я лоханусь. И мне придется мучиться. Мучиться и заново тратить дофига времени, чтобы это пройти. Потому что он носится, ну точнее не носится, он реально как улитка передвигается. А так, в принципе, стандартный уровень. Никаких проблем, друзья. Так, вот, спокойно поднимаемся. Забираем ключ. Дверь спокойно открыли. И проходим с первой попытки. Изи, изи, изи. Изи. Идем дальше. Так, 14 уровень. Градиент. И вот что мне сейчас делать? С какого ключа мне вообще начинать? Ладно, ну давай. Что будет, если я возьму этот ключ? А, то есть мне их нужно просто тупо, я так понимаю, все собрать. И тогда все будет хорошо. Так, ясно. Изи. Изи-пизи. Аккуратненько. Мы самые аккуратные люди на свете, друзья. Можем вот так вот даже упасть. Ясно. Короче, проблема взять, получить синий ключ. Сейчас будем его пытаться получить в первую очередь, потому что там нужно рассчитывать прыжки. Прыгаю. Нет. Падла. Ненавижу эту игру. Сука такая, а? Сука. Просто по-другому никак не сказать. Ну вот что такое? Блядь, да ёб твою мать! Просто начинает что-то меня вымарать. Как прыгнуть-то, а? Как прыгнуть-то? Все, сейчас главное аккуратненько все сделать. Аккуратненько. Смотри. Учись просто. Кто здесь профессионал? Я здесь профессионал. Блять. Так, я здесь профессионал, подожди. Опа, забрали. Опа. Опа, смотри. Оп, оп. Забрали.
Забрали. Вот сейчас я мог попасть. Стой, почему не открылось? А, вот у меня ключ появился. А, его нужно притащить. Ну, сейчас притащим. Па-бам! Изи. Изи-пизи. 15 уровень по местам. Нет, дружище, пока я оценивать не буду. Вот как 1000 просмотров наберется, так тебя и оценю. Нет. А, что у нас тут? Красный ящик нужно сюда поставить. Зеленый туда. А, все понятно. Я разгадал великую тайну всего происходящего. Смотри, просто изи ящик поставили. Все замечательно. Так, сейчас зеленый тоже поставим. Интересно, меня может придавить ящиком? Открываем. Лифт. И тут как бы надо будет успеть все сделать. Грамотно. И по красоте. Интересно, а разрушится ящик, если я его... Ну, как бы... Ну, ладно, пофиг, разрушится, не разрушится. Мы прошли. Идем дальше. Отстань ты со своей рекламой. Вчера рекламы не было. Иди в задницу. Вау! Это что такое? Как оно называется? Что мне вообще делать? Как этот уровень называть? Подожди, дай-ка я минуснусь. Что будет, если я сюда попаду? Ага. Я уничтожил это. Ни хрена непонятно, ну ладно. В чем логика, не пойму. Все, взял, прошел. Просто нужно было на шарик нажать. Странные весы. 17 уровень. Да, тут, конечно, уже вопросы начинаются. И как допрыгнуть? Вот тут я не понимаю, что делать. Ага. Все, теперь я понимаю, что делать. Изи. Изи. Так, давай. 18 уровень. Здоровенный. Здоровенный ключ. И что мне с ним делать? Что мне трахаться с ним? А-а-а. Я его просто уменьшаю, смотри. Оп. 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 Изички. Слушай, ну первый выпуск был намного такой, знаешь, злее. То есть, что-то у меня там конкретно не получалось. Но сейчас вообще просто изи. Изи, вундаба. Давай. Могу тебя двигать? Нет. Вот сейчас могу тебя двигать. Все, прошел. Прошел, друзья. Может, а... Да отстань ты со своей рекламы, а! Ну сколько можно-то, а? Летим дальше. Ой, ты смотри, я какой маленький, вы посмотрите. Помощник? А, ясно. Типа, этим маленьким пиздюком я включаю эту херню. А дальше что, мне надо вселиться в него, наверное, да? А, мне нужно его дотолкать! О, бля, я чуть не убил его. Все, нормально, нормально. Трахаться мы с тобой, конечно, не будем. Мы просто дальше пойдем и все. Есть! Так, не останавливаемся, идем дальше. Все равно N. А, все равно не прочитаешь? Прочитал. Эта игра сломалась или оно так и задумано? Ой, бляха-муха. Что-то они тут, блядь, наменяли. Так, подожди, я начинаю путаться. Блин, тут такой, знаете, некий, конечно, когнитивный диссонанс. Так, сейчас все нормально будет. Так, забираем. А!
Так, нормально. Так, нормально. Не тупим, просто спокойненько идем. Тут спускаемся, идем дальше. И выходим! Прям по красоте, друзья. Так, давай еще пару уровней. Регулировщик. Как бы тут все просто. Опа. 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 Блять. Не так все просто, как я думал. А если мне только одну поменять? Так, подожди. Да изи. Изи просто. Отстаньте вы со своей рекламой! Господи! Так, 22-й. Окей, 22-й уровень. Тут буква. ТСИМ. Выход. Окей, надо... Экзит. Да. Нужно собрать буквы. Типа экзит, наверное, надо как-то собрать. А, не то, не то, давай-ка самоубьемся, подожди. Ну, начинаем с буквы... Не то, надо с буквы Е начинать. Буква Е. И вот так, опа. Потом буква X. Так. Дальше буква И. И буква Т. Изи. Так, главное никакую другую букву не задеть. Все, ребят, прошел. Так, давайте еще пару минут. Давай, 23-й будет последний. Ты в стране чудес. Не знаю, что тут за... Почему я стал маленьким? Что, я ничего не понял? Смотри, я взял, уменьшился. А когда я начну увеличиваться? Как увеличиваться? А, ты прыгаешь и увеличиваешься, окей. А потом начинаешь уменьшаться, да? Блять, просто жесть. Ясно. Давай увеличивайся. Все. А сейчас я, походу, уменьшаюсь. Блять. На! Ну давай, сука. А, то есть он уменьшается и увеличивается постоянно. То есть это не зависит от прыжков, ясно, понятно. Не дурак. Блин, надо пельмени сварить. Но я, наверное, не успею. Так, окей, окей. Все, изи. Ждем, пока увеличимся. Да как я какой маленький, ёпта. Не могу прыгать. Ясно. Так, все, зашел. Все хорошо. Ключ забрал. И все, и выходим. Я думаю, что это последний уровень, но я не знаю, но как-то без бомбежки сегодня прошло. Ой, это что это? Это.
это какой-то первый босс, или это уже второй босс. Слушайте, давайте его оставим на следующий выпуск, чтобы не делать данное видео слишком длинным. Ёлки-палки, не забудьте поставить лайки, как только 170 лайков набираете, начинаю снимать второй выпуск, и все будет хорошо. Всем удачи, ребятушки, и пока. Я организую плейлист по этой игре. Пока.